9 киллов! Хорош, хорош! Емоть, красавчик, отвечаю, братишка. Красавчик просто. Ребят, поставьте лайк, пожалуйста, подпишитесь на канал. Кто подписан, ребят, высвечивается на экранах. Чтобы участвовать в Дорике, необходимо обязательно подписаться на канал, ребят. Хорош, Грант вынес, ты что творишь? Я вас буду за ним чекать. Мне кажется, он немного читер, пацан, потому что, блядь, 10 киллов? 10 киллов еще никто не делал, честно, в дуо. Честно. Кило, зажим топ. Бля, пацаны, вынесите этого флоу в ТВ, ну реально, бля, пацаны. Если он сейчас... Мне кажется, он реально, он читак, мне кажется. А как он видит, где этот челик? А как он увидел, что там челик, вопрос? Как бы никто не показывал, как бы, да? Братан, как ты увидел, что там челик? Как ты увидел, что там челик, вопрос? Слышишь, Флов, как ты увидел, что там челик был? Как бы я даже на него не палил. И ты на него не смотрел, я сейчас видел. Слышишь? А как ты увидел, что там челик, а? Выходи, я сейчас тебя приглашу. Как ты увидел, что там челик? Я его не палил, он не палился, он не стрелял. Как ты увидел, что там челик, вопрос? Ребят, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Сейчас будет следующий турик. ПКшник против телефонщика, да? Хорош. 1-0. Проигрываем, печально. Девять киллов, блин, чё за фартовый, чё за киловый парень этот, понаблюдаем за ним. Походу он выиграл, да, пацаны? Друзья, а вы напишите в комментариях, понравился ли вам такой формат или нет. А я пошел пилить для вас новый контент, так что не забивайте меня, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Flow TV и всем пока-пока.